Сайт следственного управления рекламирует магазины. Утренние новости «Телефоне доверия» и «Телефоне ребенок в опасности» обросла гиперссылками. Перейдя по ним, можно оказаться на сайтах крупных торговых точек. В управлении нам пояснили, что рекламой они не занимаются и сами до конца не понимают, что происходит с документом. Видимо, хакеры каким-то образом зашифровали слово «телефон», и каждый клик по этому слову отправляет посетителей сайта следственного управления к рекламе.